Оба навигатора ведут. Белокорец, отлично. Так, суббота, 25 мая. Любимый всеми велосипедистами 11-й марафон на Лебоке. В моих планах соточка. Я заявлен на соточку велосипедную. Есть как альтернатива еще ультрамарафон 200 километров. Полумарафон, полувеломарафон 42. Беговой ультрамарафон 100 километров. 42 и 21. Есть мультимарафон, это и бегом, и велосипед, и вплавь, 150 километров. Моя программа минимум — проехать заявленную сотку, ну и параллельно продолжить изучать красоты Воложенского района. Поэтому едем, смотрим, делимся впечатлениями. Поехали. Остается до старта. До старта остается ровно одна минута. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ура! Как ты держишься еще нормально? С тебя обходят справа. Думаю о чем-то хорошем. О, бабуля. Чек. Пугай их, пугай. Thank you.
что? Что, пробил? Бывает в нитель еще на пять. А, все, пиздец, да. Блин, да что же ты? Что, тебе лопатки дать? Ну, есть все. Есть все? Но я не знаю, что делать теперь. Это не золотая, что-то ощущение. Пробуй менять. У меня замена такая же. Видишь? Ну, целая? Нет. Аффирматив. Начинаются настоящие хвойные лесные чудеса.
километров переменной песочницы, где лес попроще, попроходимее. Вот где такие подъемчики поглубже. Но, в принципе, проезжабельно. Но местами скучаю по Фету. Если рассуждать и на одну чашу весов поставить Фет, опа, а на другую МТБ, пока что преимущество в пользу МТБ, но оно уже не сильное. Смотрите, что делается. Вот что значит, понимание приходит с опытом. Не прошло и 20 километров, вся тысячная колонна рассосалась. Ну ладно, допустим, человек 200 повернуло на 42 километра. Сотки и двухсотки все едут сюда. Но все настолько растянулись, что уже нет проблем с обгонами, нет проблем с опережениями, неадекватами. Приходится уже даже на навигатор поглядывать для уверенности, чтобы сверяться, когда ленточек не видишь. Воистину, понимание с опытом приходит. Торопиться не надо. На хороший толк, если не претендуешь на подиум, можно стартовать, отпустив основной пилотон вперед минут на 15. И тогда едется вообще в удовольствие, как обычная покатушка в приятном, удобном для тебя темпе, в удовольствие, наслаждаясь природой и окрестностями. В лесу не жарко, довольно комфортно, только слегка перетряхивает. А так пока что полет нормальный. Интересно, как там Дима. Жалко, конечно, что буквально на 6-м километре у него опять беда с колесом. Очередная с покрышкой. Но справедливости ради, наши с Димой пути все равно километра 3 после этого происшествия досадного разошлись бы в сторону. Пошли лиственные леса. Пошел чернозем вместо песка. И пошли лужи. Не думаю, что тут был дождь сильнее. Просто грунт такой.
Горели 24 от предыдущего, то есть это 60 что ли, 59. Вроде так. А это какой километр? 60. 60, нормально. Спасибо. Лето, сосны, солнце, пляж, охренительный пейзаж. Что потеряли, не видно было ничего. Позади 75-ка, впереди 25. Где-то поблизости должен быть чек. Кафе, на котором нужно отдохнуть, потому что правая нога уже начинает уставать. Вот это оркестр. Вот один из плюсов контактных педалей, кстати. Правая нога начинает уставать, и есть возможность помогать ей левой. То есть она и подтягивает, и подталкивает то, что не вывозит правая. А вот и чек. А что дальше по КП будет еще, скажите? Финиш следующий. А, да? КП. Через 20-10 километров. Отлично. День простоять, до ночи продержаться. Прямо уже будет закат по грейдеру. Лес сотку ходит. У меня уже прям закат, блин. Это последний КП, да? А все. Сотки, да? Сотки, да. Thank you.
Моря не хватает. Солнце, пляж есть еще. Да, курортная зона, наверное. Это пляж от трёха. Ну. Юрмала отдыхает, там всего 30 километров, а тут соточка. Толпой стартовали, думаю, скорее бы все уже разъехались, а сейчас уже и живым людям рад. Водичка! Кушать хотите? Пивка бы. Холодного резкого пива. Водичка! Еще одну, да. Спасибо. Бабочка. Спасибо. Груша. Ой. Спасибо. Бабочка, спасибо. Что? Ой. Черт, я думаю, чего я? Спасибо. Все, капец всем, зря вы мне про ветку сказали. Теперь всех объеду. Узнаю предстартовую Хуанхэ, желтую реку. Меня настигает. Останавливаться негде. Кругом крапива. Миленько. Пускай. Пожалуйста. Колея глубокая. Знаете, простой принцип. Соседняя очередь всегда быстрее. Так вот, когда едешь на велике, соседняя колея всегда лучше. Не знаю почему. Бегунов этих жалко смотреть. Они еле идут в сторону финиша. Не знаю почему. Или не очень хорошо распределяют свои силы. С чем это связано? Но прям еле-еле ползут, хочется подвести. Поздравляем вас! Все позади. Спасибо. Поздравляем. А вас? И меня тоже. Не поверишь, что я сделал.
Я договорился, я одолжил переднее колесо у чела. Колесо? Ты отжал колесо у чела? У кого что прокачано, у меня харизма, я договорился, это колесо. Так ты тоже проехал? Да, я тоже проехал. Мы вас поздравляем. Спасибо, но я вообще не устал. Это же стыдно перед людьми. Так я тоже считаю, что нужно было на 200 ехать. Или на фете. Поздравляем вас. Ой, распечатку нужно. Я испугался, чел ко мне с ножом бежит. С ножницами. Безопасно. Сейчас тебе распечатку. Хорошо. Ну что могу сказать? Можно ехать 200. Несложно, просто песка многовато. А сотку можно ехать на фейте. Вполне комфортабельно. Чемпион 75-й из 200 в своей категории. В общем, зачете соточников какой, пока не знаю. Потом посмотрим по общей телеметрии. Ну, доехал. Молодец. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Кричайте, наши! Молодцы, Марки, вы сделали это, у вас все получилось. Первый двухсотник. Улыбаемся. Он проехал за 8 часов. Получается, скорость у него средняя, как у соточников. Больше 20, чуть больше 25 километров в час. Это капец. Это машина.
Это машина, а не человек. Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Ну что, едем домой. 9 часов мы были на награждении. Сотку я проехал, вложился в 6 часов. Ну, для меня это, наверное, неплохо. В принципе, можно было бы даже ехать и 200. Сотка далась довольно легко. Или эту же сотку действительно с большим кайфом можно было ехать на фэте, потому что было много песка. Не адового, проходимого, но кайф слегка ломало. У меня опыта не сильно много, ни с чем особо сравнивать. Могу с Витовтом сравнить. Трасса не такая красивая, но хорошо организована. Тебе понравилось? Да, да, на Либоке 2019 удались. Это были 11-е на Либоке, для меня первые. Огромный лагерь, остался ночевать, встречать финишеров, которые продолжают ехать. Будет туса всю ночь, еще завтра полдня, я думаю, там людей, караул сколько, конечно, не сравнить с более весенним Витовтом. Здоровское мероприятие, организация, медаль. О, ой, я майку оторвал. Тематическую. Медаль очень идет. В общем, чемпионы. Воложенский край в этом году и так избалован нашим вниманием. Спасибо ему. Наверное, будем катать какие-то другие теперь регионы. Едем уставшие и довольные домой отдыхать. Всем спасибо. До новых встреч. So how can it be?